Необходимость реконструировать дороги возникла из-за вступивших в силу изменений в закон о дорожном движении. Согласно им, теперь парковать автомобили можно только в специальных местах, обозначенных соответствующим знаком. Однако в Темиртау подобных мест относительно немного, в связи с тем автовладельцы по-прежнему оставляют машины вдоль обочин, за что им теперь полагается штраф. Возможно, что уже в следующем году парковочных мест на улицах города станет больше. Потому что в связи с этим законом нам надо определенные места для парковок выделять. И это получается у нас по всем центральным улицам, то есть Мира, Комсомолец, Республики. Это и не так просто, что, но это серьезный вопрос. У нас идет везде боковая разметка. Вы же видите, что там действительно он не может стоять, правильно, парковаться. Для этого нам нужно какие-то или разметку предусматривать, или как-то, если позволяет. Ну, в любом случае, наверное, строительство карманов или как, не знаю. Как это будет, потому что...